Работать будем, как мы можем бросить наших рожениц. А ведь медики действительно могли это сделать. На отчаянный шаг, по словам заведующего родовым отделением Айдара Лукманова, их толкнуло то, что с 1 января многие специалисты стали получать на 20-30% меньше. Все потому, что им убрали доплаты за ночные дежурства и другие переработки. Но сегодня после обеда проблема стала неактуальна. После встречи с Альмиром Рашидовичем, первым замминистра здравоохранения, наш коллектив был удовлетворен, потому что он нас услышал, сказал, что будет все, наши проблемы он решит. Мы, в общем, довольны и надеемся, что с июня уже в наших расчетках будут изменения. Встреча, которая вернула все на свои места, состоялась сегодня. Прошла она с закрытыми дверями. Беседа продолжалась около 20 минут. После нее урегулирование вопроса подтвердил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев. По его словам, сотрудники роддома будут получать столько, сколько заработают. Это будет зависеть от того, насколько интенсивно будут работать сотрудники. Значит, если люди будут отдавать делу больше времени, будут больше получать. Этого медики и добивались. Идти пришлось на самый верх, а ведь причина конфликта, по словам первого замминистра, обычное недопонимание. Не очень, наверное, конструктивный диалог между профессиональным союзом медицинских работников, работниками и администрацией. Это трехсторонние взаимоотношения, которые должны были быть урегулированы на местном уровне. И, на наш взгляд, после детального анализа, значит, был сделан вывод о том, что, в общем-то, проблемы не существует. Она существует в плоскости коммуникации, и на сегодняшний день все решения найдены. Еще одна из причин переработок – нехватка кадров. Этот вопрос также сегодня обсуждался. Из 30 положенных акушеров-гинекологов работают только 12. Катастрофически не хватает и анестезиологов. Из 11 на все родильное отделение 4 специалиста. Решить эту проблему быстро точно не получится, но вопрос находится на контроле. Александр Халин, Илья Челноков, новости Татарстана.